Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 20 сентября. Зашла в теплицу, чтобы снять свои последние томаты. Это уже действительно в теплице последние, потому что все уже почти отдали свой урожай. Сейчас хочу показать вам, как выглядят в конце сентября алые свечи. Почему именно их показываю? Потому что эти томаты, вот яркий представитель индетерминантных томатов, которые не только дорастают до самого потолка. Вот видите, они доросли до потолка 2 метра. На высоте 2 метров я их обрезала, их можно было бы еще загнуть. Но они не только вырастают до 2 метров, но они до 2 метров все вызревают. Я вот показывала когда-то, то ли в конце августа, то ли в начале сентября, что я собирала алые свечи, все какие были спелые, оставила те, которые были зелененькие. Если сейчас посмотреть, все до одного плоды спелые. Мало того, что они спелые, они все в прекрасном состоянии. Что это значит? Ну, это значит, что у них нет на носиках вершинок, на них нет трещин, на них нет никаких пятнышек, которые могут быть на поздних томатах. Ну, вы знаете, что поздно летом или рано осенью в теплице томаты поражаются часто различными заболеваниями, пятна на них. Эти томаты, вот именно алые свечи, они очень устойчивые. Ну, по крайней мере, у меня никогда не болели ни разу вершинные гнили, ни разу не болели какой-то там фитофторой или еще чем-то. И вызревают все. Вот эти вот оставляла, которые я были зеленые, но в свое время, когда мы убираем, там, ну пусть в начале сентября, все равно остаются маленькие зеленые. Я их оставила. Вот вся теплица у меня уже пустая. Видите, здесь нет ничего. Алые свечи я оставила, чтобы они вызрели на кустах. Они прекрасно это сделали, вызрели на кустах. И вот сейчас я соберу последний урожай. Ни одного плода в отход не уберу. Еще здесь были у меня банановые ноги с Белоруссии, которые семена прислали. Сейчас я вам покажу. Интересный такой томат нашелся. Вот среди банановых ног. Ну, кстати, банановые ноги из Белоруссии получились точно такие же, как пачка от партнера мне присылали. Но среди них попался один томат, такой интересный, необычный. Он похож на нашего Казанова, вот один в один, но только желтый. Такой же носик своеобразный. Такие как бы они, как рубленые, как почти четырехугольные. Название сорта не знаю, но спешусь, может быть, с хозяйкой, которая присылала мне эти семена. Может быть, она мне скажет. Очень интересные, как Казанова, только такие ярко-оранжевые. Вот такой удивительный томат. Приехал с Белоруссии, название не знаю. Конечно, оставлю, очень интересный. Ну все, до свидания. Видео было про алые свечи. Сейчас буду их последние отбирать.